Вот такие вкусные, вкусные. Мы будем вместе с моей женой сейчас кушать. Классно. Только что мы сходили в школу, куда хотим устроить наших детей. Все будет хорошо. Учитесь смотреть реальности в лицо так, чтобы не терять веру в победу. И отмечайте вот такими мини-праздниками какие-то свои успехи, маленькие достижения –